О происшествиях и преступлениях на территории нашего города расскажет заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Сергей Волгин. За прошедшую неделю на территории города Бердска было зарегистрировано 436 сообщений о происшествиях, в том числе о 15 преступлениях. 11 преступлений было раскрыто по горячим следам. В дежурную часть доставлялось 28 правонарушителей, четверо задержано в порядке статьи 91. За административные правонарушения было привлечено к ответственности 145 человек, из них за нарушение ПДД 127. Все массовые мероприятия, запланированные на прошедшей неделе, прошли без происшествий.